Потом третий круг будет. А вот и ответ молчаливый. Да. Решили нам ничего не говорить, но игру вывести, и ладно, мы довольны. Пистолетка, друзья, на ваших экранах. Spirit Academia OneWin. Поехали смотреть в защите спириты, в атаке OneWin. Да. Укрепляют Б-спириты с флешкой. Угу, Сатфин, да, раздропала дуалы и одну флешку. Неплохо смотрится. Ну, пока контролит карту, OneWin занимает дом. Видим, что на приеме точки А у Spirit 2 человека играют. Обычно все-таки наоборот. Видим, как бы дефолт 3 А, 2 Б. Но здесь решили Б-плент укрепить. Готовились, возможно, уверены в том, что OneWin чаще на Б выходит. И, возможно, сейчас будут выходить на Б. Но пока это фейк на Б-базу. Ну и вся надежда на база, которая ради нее будет уничтожать или не будет. Нет. База металли сбривают. Артфрост из тюрьмы. Артфрост получится еще сделать? Нет. Деко справляется. И ситуация остается 3 в 3. Помощь опять с бандамой. Как тебе? Это уже другая бандана. В тот раз была какая-то там черная с надписью. Я не помню какой. На стиле принёк, что сказать. На хайпе. 3 в 3, выбивание от Spirit Academy. Зонтик спадает моментально. Дон, кажется, тоже будет погибать. Да, Бумыч не прощает. Сотвик минус по капитану нынешнему OneWin. И Форестер с Дека остаются вдвоем. Но такое выбить, конечно, крайне проблематично. Времени не очень много, 20 секунд. И вдвоем идеально пикают Дека и Форестер 1-0. Да, есть пистолетка для OneWin. Молодцы, хорошо все сделали. Хотя, казалось бы, там Бас в такой позиции стоял, что мог похоронить всех с дуалами. Я вот тоже так подумал, но его просто моментально выключили. Да, если бы он дал хотя бы один минус, я думаю, было бы здорово. А вот коэффициенты на ваших экранах. 3 на Spirit Academy и 1.35 на OneWin после пистолетки. Как будто неоправданно. Но решили, что вот так вот. Друзья, и напоминаю вам, что вы можете перейти по баннеру, по трансляции на BetBoom, скачать приложение, зарегистрироваться, ввести промокод FREEDOM и получить 100% бонус к первому депозиту. Так что переходите, лутайте и наслаждайтесь. А у нас пока форс. Да. Не стали делать флэка. Ну, это нормально. Я одобряю такое. Мне нравится тоже так делать. Лучше зафорсить, попробовать сразу сломать. Не получилось. Зато играешь первый закуп свой полноценно. Со всеми гранатами, авиками и так далее. Опа. Заметили донка сразу. Донк будет здесь погибать. Есть размен. Артфрост. Да. Получается вместе с Зонтиксом. Зонтикс двоих закрыл. А это 3 в 3 ситуация. Но по Артфросту есть инфа, и он калён. У него 30 хп всего лишь. И еще обрати внимание, кибас флешки накидывал за спину. То есть крутая комбина была. Засада такая на зелени. Здорово, здорово смотрелось. Бабас. И 2 в 2. Сейчас может ганчики. А, какая ха Сатфинда. Но все равно получается забрать 2 гана. Есть Галил, есть Калаш. И я думаю, что пойдут. Почему бы и нет? Конечно, надо пытаться. Пойдут. Ох ты, там прилетает по Сотвику. Очень неприятно в смог. И база просто в смог. Форестер закрывает. Ну и теперь Сотвик понимает, что смысла идти на 30 хп без китов. 1 да, в 2. Да, надо сейвить ган. Все правильно делал Димас. Ну тут смысла уже нет. Уже не выбить. Конечно, конечно. Ну и молодцы, OneWin. Справляются с этой засадой. Хотя спириты тоже стоят. Вот про что я и говорил. Уже круто смотреть. То есть OneWin нормально антиэко делают, идут по 15 толпой. А тут засада от спирит. Под флешечки, с арки, с малых открывались. Круто смотрелось. Да и могли на самом деле даже в какой-то момент раунд этот забрать. Угу. Так что очень близко даже на таких вот раундах без серьезного бая. 2-0. И должен быть экономический, разумеется, раунд. Вот Spirit Academy с одним ганом. Возможно, какие-то пистолетики докупят. Может, диглы, ну, что-то подобное, не более того. Но потенциально все равно выход на 3-0. Да, OneWin. Показывают хайлайт предыдущего, да, раунда. Клевая драка. Хотелось бы, знаешь, что увидеть? Вот прошлый матч мы смотрели Spirit Academy. То есть я знаю, что, ну, опять же, судя по всяким пабликам, иногда я там что-то поглядываю, что Донг такой старплеер в спиритах. Именно хотя самый прям молодой парень. Да. Ну вот прошлый матч он провел. Ну, неплохо. Посредственно. Ну, ну да, просто средний, да, просто средний сыграл. Нормально, вот так, нормально. А от него все-таки мы ждем прям вау, вот такой вау-эффект. 30 дропов. Да, вау-эффект хочу увидеть. И вот я хочу увидеть от него и от Дека. Вау-эффект. Поглядим, получится ли. А где, как не в СНГ дерби, это сделать? Конечно. Ну, надеюсь, что оправдают ожидания коллектива. Посмотри, кстати, интересно, что Зонтикс и Дон купили первые арморы. Сотвик, скорее всего, будет как-то первым номером отыгрывать. И потом будут пытаться... Ох ты, отыграл первым номером, нашел фраг на банане. Притом не пострадал практически, подсадка. Законтролил здесь Треви сразу подсадочку. Интересно, может быть. Слушай, там Сотвик уже перетягивается на А. У него есть калаш. Арт просто сбривают.
Да, я только хотел сказать, а что Сотфик молодому калаш не отдал? Какую-нибудь донку? Ну, или зонтиксу. То есть ему есть... Есть кому передать. Да, тут Сотфин да и сам справляется. Дает энтрик на банане, молодец. Дмитрий Форостянко. Забрал Бумыча. И 4 в 4 будут продолжать, 40 секунд. Ай, не угадывает Сотфик, начинает уходить зонтикс! Это было хорошо, это было хорошо. Ох ты, да что они творят со своими диглами, молодые! Ой, а че Димас-то не стягивается обратно? Дмитрий Форостянко. Слышит же, слышит. Все, пошли оба перетягиваться, надо пожить. Зонтикс! Слушай, чуть было не добили. Тревис 8 хп, 58 никель. Есть калаш, но у Донка нет ничего, у него просто юсп. И подобрать ган... Особо негде, пачка ставится, Сотфик, бочину будет погибать, донг. Но вот здесь чуть-чуть не доиграли. 2 в 4 растаскивают One Win, квадро килл для Трэвиса. Но было so close, и это крутой раунд с одним ганом. Так вот тут молодые как-то, вот видишь, опыта не хватило. Остались 4 в 2, все, им надо жить. Просто и, и надо было запускать. Смотри, один встает на Гифона, вот так прям, и они делают жесткий перекрест. И как атаки зайти? Никак. А молодые зачем-то сами начали их пикать. А уже поверили в себя, я думаю, это... они вот сделали по фрагу. Это опыт, это опыт. То есть опытные ребята 4 в 2 бы остались. Ну, просто жесткий перекрест делаешь, твои игроки с Б бегут, все, no chance to round. Да, они, видишь, сами полезли. Ну да, ну кураже. Ты правильно говоришь, что они все-таки молодые. По хэдшоту сделали, такие... Сейчас еще надо... Еще хочу. Да. Статья Вики появляется и для Артфроста, и для Деко. Надеюсь, увидим снайперскую дуэль этих ребят. Минута 25. Неторопливо, аккуратно подходит уже к ребрам. Причем дек из бойлера распикивает с авиком аккуратненько. Но очень пассивно на точке А действует Spirit Academy. Начинает уже Сотфик перетягиваться. Банан давят. Донг. Не знаю, слышал ли он здесь Бумыч. По-моему, Бумыч не палился. Да. Ну тут Бумыч все время будет кошмарить их на банане. О, еще и ближний молик дает. Он как прогорает. Ой-ой-ой-ой. И хаешечку еще донку. Вот так, на 3 хп остается донг. Хотя он даже не видел оппонентов. Зонтикс, какой тайминг. Зонтикс дальше пошел. Успел второго забрать. Третий красный остался. Ну там 40 хп у Трэвиса. Да, в соло накошмарил. Очень жестко здесь отыграл. Не, вот круто, мне так нравится уже смотреть каждый раунд, ну, близкий. И качественно играешь, что самое главное. Иногда, знаешь, бывает, ну, вот вроде игра близкая, но что-то и те, и другие делают, ну, да. Вообще непонятно что. Здесь очень классно отыгрывают обе команды, и за этим действительно приятно и интересно наблюдать. Да, матч кайф. 25 секунд остается, и выход на точку А до конца. Здесь два опорника. Как будто можно бы засейвить было. Денег не так много, он вин. Как будто надо сейвить. Ну, учитывая хп. На 14 секунд. Неужели будет заходить такое? Да, на супер позднем попробуют. Бас, флэш. Забирают Сотфика, подожди. Но бас должны проверять. Бас спалился. Ой-ой-ой. Зачем? Зачем спалился бас? А донг-то красный. А бас падает. А могут быть проблемы, но все красные. Все, на двоих сколько там? 30 хп буквально. Надо стараться. Донг тоже, правда, красный. У него 3% здоровья. Ну, посмотрим, кто кого сумеет перестрелять. Артфрост еще и с авиком. Ему бы калаш подобрать, но, видимо, нет инфы. Артфрост! Есть инфа. Снайперская дуэль. И Артфрост берет этот раунд. Боже ты мой. Это первый оружейный только, друзья. Заглядение. Очень первый здорово. Оружейный на первой карте. И уже такая красота. Да, да и причем круто. Ванбины зашли на последний тайминг. Я уже не поверил, честно говоря. Как будто бы там такой перекрест был, что... Ну, бас как-то чуть продал своего мейта в планту. Мне кажется, может, было вдвоем. Ну, может, он ослеп, я не видел. Как же Артфрост прострелил. Интересно, что донг выходил на Трэвиса. У Трэвиса было 40 хп, у донга было 3. Угу. И Трэвис просто не попадает. Остается 2 в 2. И посмотри на бай от OneWin, они 3 раунда потащили, но мы помним, сколько киллов делали спириты, и тут речь о ВП, не то что о ВВП, тут 3 галилы, маг и тек 9, очень все слабо у OneWin. Да, есть такое, есть, и вообще последние деньги для них, это шанс для спирит взять стрик. Да, выйти как минимум на 3-3. И экономику сделать свою. Потому что экономики-то пока и нет, тоже МПшки 2 появляются в защите. Ну, раунд за 2 и для одних, и для других, по сути. Ну, пока это самый кайфовый матч в нашем турнире, который я смотрю. Как по мне. Вполне возможно, что так и есть. Сотфик. Одного, Сотфик. Закрывают, слушай, вскрывают двух опорников. А что, сейв? Ну, пахнет сейвом. Если сейчас... Если быстрого минуса не будет. Да, Артфрост где-то не найдет с авиком халяву. Пока не подставляются. Хотя там дека пытался что-то прыгать.
Ну, как ты видишь, сотфик дал минус, донг без минуса упал, хотя должно было быть наоборот. По идее, да. Да. Но донка как-то молниеносно снесли, он вообще сделать ничего не успел. 4-1, Ван Вин берут важный для себя раунд, не отпускают спиритов на вот этот паритет, не дают им вернуться, угу. Увеличивают свое преимущество, молодцы. Да, будет бай от спирит за счет того, что они три гана сохранили. Да, причем так Ван Вин и молодцы, простенько и со вкусом сыграли, заняли банан, раскид, полетели. А вот с плохим баем, я думаю, это вот, у тебя два варика, либо ковры, ты выпадаешь, три ковры раунд делаешь знаменитый, либо идешь вот так бай раскидываешь, и если ты даешь энтрик на заходе, то все, второго загрызть уже дело техники. И потом уже просто, скорее всего, оппоненты не пойдут. Угу. Так и получилось. Ну что, будет закупать спирит у нас? Да, да, там дроп эмки, да-да-да-да-да. Посмотрим. Теперь важный раунд для спиритов. Если проиграют они это, там уже далеко отпустят. Да, на 1-6. И по счету, и по бабкам. Этого сильно не хочется. Для спирит Академии. Но давайте поглядим. Бумыч опять начинает напрягать банан своими гранатами. И неужели быстро на ребра влетают? Да, посмотри, как же быстро. Ну бас, бас! Не заметил первого, но успевает отойти. И убегает. А все правильно. Да, да, все. Ну, просто так смешно, сразу бойлер убежал без фона вообще. Нормально все сделали, да. Так, а где авик у спиритов? Он с ковров, что ли, начинал? Сидит на двадцатке сейчас. Пошла хаешка. Хаешка поздновато, по-моему. Ну да, не так. Дэмэджа вносят. Игель. Но сотфик есть. Минус. Надо сотфику уходить, по идее. Но понимаешь, что уже могут не отпустить. Сотфин, да. Сотфик молодец. Здесь максимум выжил, по-моему. Да, Донг опять вот как-то на руля присел только что. Прям за ним камера была. Но он даже навелся, как Логитач подключил. О, там два противника вышли, знаешь. Ну, блин. И разобрался, в кого стрелять. Это не оправдание. Может, немножко волнуется, видит именитых игроков. Понимает, что... Хотя... Что пару лет назад смотрел, как Бумыч там мажор выигрывает. Да, но хотя вот так вспоминаешь, с кем Спирит Академии до этого играли, уже не должно быть такого фона. Учитывая, да, что это не первый их матч против. Они и Фарзов обыгрывали, так что, да, в принципе, не должно быть такого фона. Так, Артфрост с Авиком должен... Ой, Деку! Ой-ой-ой. Денис Жук, что творит? А у базы МПшка! Попадает сразу в голову, забрал Деку, слышит второго! Это боже, бас! Молодец, бас! С МПшки на такой дистанции! Да, и трипл килл для него, помню, он дал и энтри. Вначале нас, энтри, да. И так уверенно еще убежал. Красавец. Да. И супер важный раунд для Спирит Академии. Пока вот что-то не хватает донка. Ну ничего, включится. Ну смотри, и не сказать, что он... Бывает, знаете как, ребят, вот есть старт-плеер в команде, и на него тупо не ходят. Он играет в ретейке. Понятное дело, в ретейках это самые сложные фраги. Там люди сидят, крысят на бомбе уже. Ну что ты сделаешь? Ничего. А вот когда вот на тебя ходят, и ты не убиваешь, это вот уже другой вопрос. Вопросики появляются. Да? Действительно ли это старт-плеер? Да, ну вот смотри как раз. Это у нас уже. Это уже, да. Это новый раунд. Это... Который... Я думал, просто стоял в такой же позиции, как Донг. Да-да, это уже лайф-раунд, ребят, не повтор. Молодцы, приняли. А тут пистолеты Ван Вин решили купить, сделать 1-2 кабай, и потом уже закупаться по полной. Ну, знаешь, иногда и пистолету можно отвалиться. Все-таки Ван Вин взяли такой один раунд. Ну, там конечно, Стармор, были еще Галилы, и Раскид. Тут прям голые пистолеты. Да, есть два первых арморчика. У Трэвиса даже армора нет. Есть только один смог. Замечает Дека. Ох ты, Деку! Ладно, пока Дека неплох. Да. И варки вот этот килл он авик скрил. Просто. Да, очень жестко и сейчас. Денис Жуков. Женис Дуков вроде бы. Там. Пишет обычно. Жучок. Итак, выход на Б-базу. Планируется здесь сотфик и Артфрост, но снайперу... Опа, а, это кто у нас? Это крадется. Плечико заметил. Легкий фраг. И там уже два на кафеле. И заходит Дека в чёрч. Посмотри, ну Артфрост читает. Там уже, да. Хорош. Ну и все. Закрыть последнего сотфик тут без проблем. Чёрч. Управляется. Чёрч. Чёрч. Yeah, man. Надеюсь, не придется на английском комментировать. 4-3. Да. Круто. Ну, я говорю, тут ТБшки, ребят, ТБшки, халява будет. Хотя все могло бы пойти иначе. 1-4 счет был, Ван Вин возьми раунд, 1-6, и вот тут же... Там и спирты могли свой забрать тоже. Тут не поспоришь с тобой. Очень близко все. Да, но круто, наоборот, круто. Просто шикарно.
На такой матч, знаешь, обычно подогреваешь свой интерес ставкой, чтобы, ну, смотреть, в два раза интерес становится, когда поставил на кого-то. А тут даже как будто бы и без ставки так интересно. А со ставкой я не представляю, наверное. Это прям как, ну, чемпионера смотришь. Практически. Финал от Кубка России. Не, говорю, пока мне, для меня это топ-1 матч по вообще интриге, какому-то интересу такому. Супер-супер интересная вывеска, действительно. Ну и пока команды оправдывают наши ожидания, играют классно. Первые 7 раундов мы с тобой только делаем, что восхищаемся то одними, то другими. Да, круто. Триклаша Галилавик в атаке. И нужно постараться спиритом опять-таки потащить раунд. Там денег вообще у Ван Вин нет. Опа, донг дает инфу. Ух ты, какой влет! Что творят? Зонтикса не заметили под флешки! И Сонтик, зонтик сделал 2 минуса, сотфик дает 1 и 3 в 2 большинство. Зонтик. Зонтик. И сотфик. Да, нормально было. Ой, чуть ошибается. Дмитрий Фростянко у нас. Ох, Бумыч! Идеальная позиция. Ребята. Перестрелял донг. Так, донг. Ну, когда, если не сейчас? 1-1 против мейджор-чемпиона. Смотри на уверенность, как играет. Молодец, молодой, смотри. Фулл уверенность. Ножом просто. Ну да, тут уже сейчас он понимает, что он... На Б, ну там Авик. Авик идет в чёрт. Знаешь... Окей, бро. Чего тебе нравится чёрт? It's rotation to city. Банк. Так, ай, ну вот если бы не стал давать смачок этот... Бумыч мажет! Садится дефа... Боже мой, донг! Не, это что за мужчинка? Хорош. Такой? Не, мне понравилось, знаешь что? Как он уверен сразу понял, что он бежит на Б, что не будет его крутить, хотя там вроде время-то было. Да, времени еще было. Молодец, Донг, все. Вопросов ноль. Ну, Бумыч важный минус здесь нашел. Причем, посмотри, сделал фраг Бумыч. Донг даже не думал смотреть в ту сторону. Он хотел добрать игрока на А, угу. И потом уже разыграл один в один. Красавец. Да. Еще так на уверенность дал, смог на бомбу, сразу с ножом залетел. Все круто, как по нотам сделал. Он еще и лидер по энтри-киллам. 2 фрага, да. Донка. Вот, включается молодой. Молодец. Так. И денег нет. One win. То, о чем мы говорили. Хотя они даже пачку поставили, но это позволяет им сделать просто уверенные 2 кабай. С стеками, с двумя диглами. Правда, один смок остается на минуте 33. Выходить будет сложно без флешек. Да, ну вот молодым важно не подставляться сейчас под эти диглы, а мы видели, что вон могут навалить. Дека, например. Да, я думаю, там у каждого есть способности, кроме никельбэка. Ой, ну, я по-доброму, ребят, есть что я по-доброму? Никельбэк мой бывший тиммейт, так что не можно так говорить. Опа, Артрос, случайный прыжок, и за это наказали сразу. Да, это очень неприятно, когда у тебя мышка так прыгает. Так, не отдать авик надо спиритом, да, надо охранять этот авик. Ни в коем случае нельзя давать его забрать. А сразу перетяжка пошла от Ван Вин, очень быстро они двигаются по карте. Но здесь сотфик, а что, капитан? Самый опытный игрок. Да, Сатфинда, но у него нет гранаток. Да, он, конечно, флешкой подлейт выход. Но ни молика, ни смока. Ой, что там Ван Вин заходит. Он по пикселю смотрит. Донг. Минус. Хорошо, сотфик очень вовремя открылся. Погибает, но у Форестера 5 хп. Это не проблема. Сатфа, видишь, видно по опытным движениям сразу, как он репикает, даже как стрейфится. Видно опытного бродягу. И выходит уже спириты вперед. Да, а что там по коэффициенту 3? Все в порядке? Ну, КФ-3 после пистолетки, это, конечно, вообще... Ну, я сказал, сладость. Тут матч, знаете, вот как для меня? Ловить большие КФ. Да. То есть, смотрите, вот даже не этот матч, а часто так бывает, что вот ты смотришь и головой понимаешь, что команды абсолютно равны. Матч абсолютно 50-50. И когда на одну команду коэффициент 3, а матч 50-50, ну, для меня это хорошая ставка. Вот так. Да, ты можешь и проиграть такую ставку, но по шансам это хорошая. Как говорит, я бронебойный зарядил. Сейчас я его. Это какие-то заготовки от дека. Интересно. Но Бумыш закрывает сотвика. Капитанскую дуэль выиграл. Да, но на самом деле, если там через маленький уголок прошивается, но чаще всего там сложно. Но там же огромная стена. Да, там. Ну, попытка не пыка, Дэк вот так говорит. Вдруг залетит там пара халявных хпшечек. Да, и Артфрос уже ротировался у нас на бэплэнд. Ой, еще зонтик добегает. Ну, слушай, похоже, что... Вот непонятно, куда Дэка пойдет, но есть ощущение, что это выход на А будет. Да, как вот фейкуют Ван Вины, но при этом и на А не стягивают.
Так вы экономили, что потеряли никеля. Дает инфу сразу игрок. Это бас, бас одного, бас. Пошел второго пикать, но вот не... Ну, не дошел. Ну, НТ. Одного убил, второго накалил. Нормально все равно. Полтора человека убил. Так что задачу минимум на точке он выполнил. Это точно. Если бы еще и со вторым справился, было бы вообще шикарно, зонтик. Я прыгался. Не ожидал дека увидеть, видимо, в данной позиции. Ну и Форестер устанавливает пачку. 2 в 3 выбивать. Не это буду. Сейф. Да, все правильно. Ну, плотный матч, ты посмотри, одни берут раунд, вторые. Никто друг друга не отпускает и по экономике, и по раундам. Говорю, матч абсолютно 50 на 50, как мы и предполагали, и про ТБшку, ТБ по картам. Я говорю, ну то, что на одну команду 3 кафика, это такое. Даже приматч был, получается, на спиритов у нас 2 с чем-то. 2-4, по-моему, что-то такое. А ты, я смотрю, торнадку попиваешь. Я вообще наслаждаюсь. Заряд бодрости от торнадо. Вкусно? Да, вот у нас сегодня манго. Торнадо нам дали. Шикарно. Обожаю да? манго. Заряжаешься энергией. Ну, еще целый 2 БУ-3, считай. Комментировать, конечно. Как без торнадо тут обойтись? Ну да. Ну что? Паритет? Но там, кстати, стоит сказать, что 3 коэффициента это на карту было. Да, это, ну, я понимаю, все равно. Ну, вдруг так кто-то в чате. Не-не-не, просто отдали пистолетку, сразу кафик 3, ну, камон. Итак, фуллбай с обеих сторон. Есть МПшка для Сотфа, но Сотвик уже с этой МПшкой показывал, что он может. Да. Ему, в принципе, без разницы. Так, ребят, сори, сегодня без чатика, потому что телефон опять забыл зарядить. Вот, может, Гоша почитает. Я могу достать чат. Тебе могу даже его дать. Так, ну что здесь у нас? У нас уже очень много дэмэджа впитывают ванвины. Бумыч остался на 35 хп, 70 хп у никеля, но у Донка 20, у Сатва 50. Разменялись тут даже в плюс, наверное, для ванвин. Да. Такое все время бесконтактная драка, это на банане. О! Мерси. Теперь я с чатом. Так, сейчас вот так вот нажимаем. Только чат. Оп. Все. Теперь я вас вижу. Даже немножко страшно, как это звучало. Ну, пошел выход на Б-базу. Начинают раскидывать. Здесь по-прежнему Сотвик и Донг, но они оба каленые. Да. Я думаю, что проблема ван вин в этом раунде быть не должно. Если какого-то чуда здесь Донг не сделает, своего калаша 20 хп, начинает перетягиваться артфрост с авиком. Сотв. Есть один минус. Донг опять без фрага погибает. Сотвик отваливается. Артфрост. Можно подловить. Артфрост. Ну, как-то читаемо было, что ван вин зайдут. Все-таки два каленых игрока. И тяжело на БДФ-цы так. Я думал, что перетянут третьего спирита. Но как-то они решили этого не делать. Да. Ну, может быть, были уверены, что это все-таки будет заход на А, а не на Б. Боялись, что фейк. Вот ванвин много довольно фейков делают. И это большой-большой плюс, как по мне. Потому что вот вчера тоже для сравнения мы смотрели игру К23 Mouse NXT. И мышки очень быстро стягивались. То есть они видели одного и сразу перетягивались. И К23 за половину не делали ни одного фейка. И каждый раз они выходили на плент, а мышки уже там вчетвером. И мне казалось, что им просто не хватает банальных фейков. Раз противники так быстро стягиваются, надо их за это наказывать. Конечно, это всегда ты видишь, вот так ты в начале игры пару раз заходишь на пленты. Если ты понимаешь, что там уже столько игроков, хлопающих флешек летит там за спину миллиард, ты понимаешь, да, что стяжки быстрые, можно качать, фейковать. Так и нужно играть. Ну, К23 решили, что они без фейков справятся. Спойлер, не справились. Но есть фулбай по-прежнему с обеих сторон, но заканчиваются деньги у Spirit Академии. Есть, кстати, небольшой запас-то у ванвин. Нашли деньги, повыживали. В прошлом раунде, по-моему, они вчетвером, да, выжили. И как раз-таки у четверых игроков имеются по 3-4 тысячи. Донг опять получает хаешку. Хочется уже какой-то минус от Донка на банане. Вот большинство его фрагов как будто бы не здесь были сделаны. Заметил ножки. Дает инфу. Задонжил флешки. Одного забрал. А второго. И со вторым справился. Ну, отличная работа. Хороший размен, да. Правда, он на 5 хп остался. Но главное, что преимущество заработал. Авик не утащили. Вот это плохо. Донку бы сейчас, а? Как да, хорошо. Вот Донку бы авик. И это круто. Он еще в игре тогда. Так, а у нас вылетел один из игроков, Артфрост как раз-таки. Решил перезайти, я думаю, Коля. Ну да, пока умер. Так, минута на таймере. Ван Вин сосредоточены под базой Б. Вероятно, прошла инфа, что должен быть один как минимум каленый очень.
Ну и так и есть на самом-то деле. Донг 5 хп всего лишь. На пиксель просто чекает. Прилетает ему смачок. Ну и что будет делать Донг? А Сотфик под флешку Донга выпускает. Или сам будет пикать? Сам пикает. Он просто время выиграли и позволили Донгу сменить позицию, что тоже немаловажно. Нормально сделали. Под флешечку поменяли. Ой. Попал еще в голову Форестеру. Донг хорош здесь. Но вся надежда на Сатфа, который тут просто один. Очень долго зонтик перетягивается. Дека забрали. И все, там два красных. Форестер 2 хп, Трэвис 20. Ох ты, еще и плечиком забайтил. Сотф, как же он двигается. Все, есть вся инфа. Я и подставился. Вся инфа есть. И зонтик знаешь, да, на последних церквях. Да, бомбали же, что good luck. И 5 секунд. Надо после таймера в идеале забрать еще Форестера. Да, матч, конечно, не устану повторить. 6-6, просто на зря нас дружат. Да, да. Ну, так и есть, по сути, по уровню команд, как по мне. Так и должно происходить. Равные команды, равный счет. Я говорю, я до матча не мог представить, что одни других салат закатают. Что вот Ван Вин даже спирит, и думаю, да не. Что спирит и Ван Вин тоже, да не. Да, тут хороший размен на банане были. Еще Донг, даже выходя из-за тройки красным, умудрился дать голову. Молодец. Я так думаю, почему-то, что пауза от спирит. Там вот выходил Арт Фрост. Возможно, что-то не так сейчас. Хотя он уже авик закупил. Должно быть все в порядке, по идее. Но надеюсь, что да. Вернуться, и мы продолжим эту красоту смотреть. 1,7 кайф на ТБ 25,5. Ловите, заходите на Бэтбум, промокод Freedom. 1,7 на 25,5? Угу. Это приматч, наверное, был. Сейчас вряд ли. Сейчас очень вряд ли, учитывая, что до 25,5 осталось тут совсем чуть-чуть. Ну да. Но, слушай, смотри, у нас уже 6-6. Даже если любой из коллективов заберет 3 раунда подряд и будет 9-6, эта половина все равно супер равная. Угу. И 9-6 рабочий счет как для одной команды, так и для другой. Да, верно. Поэтому вообще очень сложно что-то здесь предугадывать, как-то гадать, кроме ТБшек, которые должны быть. Да, на победу я бы тут не рискнул. Ну, я сказал, по какой логике, если бы я ставил на этот матч. Ну да, на кэп больше. Я бы ставил на спирит, да, потому что матч 50 на 50, абсолютно 50 на 50. Ну, на одних такой кафик огромный. Как по мне, оправданный риск. Согласен с тобой полностью. Ну, и пока нам показывают очередность раундов, видим, что и пачки часто довольно-таки ставили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть раз ставили из 12 раундов бомбу. Игроки атаки. Это значит, что, в принципе, по экономике у них-то все неплохо было до этого момента. И сейчас, я, честно говоря, не могу вспомнить, будет ли у них бай. По-моему, нет. По-моему, 2К должен быть. Он винов, да. По-моему, у них был задел по бабкам. Вот сейчас поглядим. Нам там по 3К было. А, у четверых игроков, да, было по 3-4 тысячи, точно-точно. И только у никеля, по-моему, было 0. Да, значит, будут закупаться. Тем интереснее. Люблю смотреть, когда фулл оружейный с обеих сторон. Любишь смотреть на мужчин с оружием? В игре CSGO. Просто когда фулл девайсные раунды с обеих сторон, ты можешь полноценно насладиться, знаешь, всеми задумками, какими-то хайлайтами и так далее. А когда даже берется фулл экономический, прикольно, да, это какой-то всплеск эмоций, но в этом какой-то эстетической красоты гораздо меньше. Конечно, ну, посмотри, там фулл закупочка. Да, никельбэк тоже дропчик откинули, и даже вот осталось у Трэвиса еще 1300. А вот спиритом тяжело, конечно. Ну, это очень важный раунд для обеих. Раунд за два. Что очередной. Для спиритов, что для ванвинов, да. И за экономику, и вообще за лидерство по счету. Какой же важный раунд. Ну и Дека находит финансы, чтобы приобрести себе авик. Это немаловажно. Опять Артфроста. Да что такое? Артфрост только выходит куда-нибудь. Ему сразу либо хаешку, либо вообще сразу забирают без шансов. Донг опять позицию, которую он уже отыгрывал под стенкой. И в этот раз его просто префайром сбривают. Артфрост на размене. Сот не перестреливает никельбэк, оставляет ему 30 хп. Опять-таки вскрывают двух игроков на банане. Неплохой молик. Артфрост, надо жить. Там подходит Зонтикс, но очень долго. Артфрост не выпускает его. Зонтикс! Отлично просто для Спирит Академии. Но Артфроста должны все-таки вырубать. Зонтикс нашивает. Это 2 в 2.
Что происходит? Какая же драка была только что на Б? Зонтекс. Спалился. Ой, дал дека занять хороший угол. Не, все. Ему надо было сразу пикать. Ну, это нам-то видно, ребят. А еще и база забрали на КТ. Ему-то сложно было такое просчитать. Да, зонтиксу как будто бы надо было сразу идти. Еще ну, вот смотри, когда они... пачку ставили. Да, они так стоят, что они знают про него. Угу. Они вдвоем. Он полез. Ну и дека просто легко разбирается с оппонентом. Седьмой для Ван Вин. Без денег. Спириты и без луз-бонуса. Им надо делать форс. Опять же, вот какой близкий раунд был. Вроде в моменте. Ван Вин хорошо меняются. Потом спирит отвечают. Там зонтик успевает хлопануть. Единственное, да. Что мне не понравилось, что Донг второй раунд подряд в той же позиции отыгрывал. Угу. И его Трэвис, по-моему, просто чуть ли не слепой префайром выходил, забирал. Решили фуллэка сделать спирита, оставить деньги на последний раунд. Там будет луз-бонус 1900. И бай будет все равно не самый лучший. Но решили лучше сыграть одно эко один оружейный, чем два каких-то форсика слабых. Да. Но посмотрим. Может, и спайм заберут? Как Астралис? Сложновато будет. Ну да. Там, конечно, неплохой тавр стоит в арке. Опять засаду делают на 15, и у нас ребята спирит. Пошел коктейль. Нычку проверили, никого там нет. Ну, просто в пятером через ребра. Будут через шорт заходить на... Да, полностью угадывают Ван Вин у нас направление. Самое фришное для них. Без проблем заходит на А с ганами. Ну, спиритом остается только идти в спинку, попробовать какой-то ганчик тебе подрезать. Это было бы, кстати, супер классно. Да, ретейком тут не пахнет, потому что точно уж... Учитывая, что у них в next раунде будет такой себе бай, даже 1-2 гана для них будет подарком судьбы сейчас. Да, я согласен, вот дека можно подловить, там Форстер его защищает, так. Деко, хорош здесь. Ну, молодцы, ну тут все вместе они были на постраховочке. Все правильно делают, страхуют друг друга на пистолетах. А что за хейт к никелю, ребят, не понял. А что там? Что-то пишут, гадости какие-то. Конечно, хейтеры. Ну, хейтеры всегда есть. Это да. Это как даже, знаешь, у Симпла одна плохая игра. Ой, все там. Уже не тот. Пенсия, Моноси номер ван. Так Моноси номер ван. Ну не, Моноси это батёк, бесспорно. Так. 3М-ки, Фамос, Авик, но Артфрост мажет. Зонтикс, как же он поджимает? Посмотри, бомбич домой. Надо на 7-й выходить, никого больше не видит. Должны сейчас понимать, что это, скорее всего, выход из дома будет. Бас, да, дают инфу, бас. Да, хорошо стоят, но посмотри, как Артфрост с малых еще закрывает с Авиком ковры. Он точно должен добавить первый фраг. Вот с одним, да, с одним это должен. Это 20-ка, по 20-ке кто-то идет, а это Форестер. Как читает он? И ковры выпускает. Нет. О, а чё ж он так боится? Никель! С гранатой в руке, но взорвал. Ладно, база. Дека последняя, один против четверых. Ну что, Денис Жуков? Да не, тут слишком сложно. Попал. Такая позиция не играющая, так сказать. Ой, еще молик там, нет, там фулдушка. И спину двое причем заходили. Это 7-8, максимально близкая первая половина. Да, я так скажу, как начинался этот матч, так он и закончился. Полный вообще, полным равенством команд. Вот по первой половине, ребят, не сказать, кто был сильнее, кто слабее. Абсолютно равные команды, абсолютно. И раунды не забирались какие-то, знаете, 1 в 5 кринжовые, или 1 в 3, или 5 в 3. Тут вот как-то круто, грамотно КС показывают, ребята. Все раунды свои берут, все дожимают. Так, а тут у нас коэффициенты на ваших экранах. 1.45, 2.60. Это да. Статистика, ну слушай, даже статистика ровная. Да, так я говорю, тут классно даже вот по раундам было, что не было никакого, ну, кринжа, вот так можно сказать. Ну, что какой-то раунд непонятно кто-то отдал. Нет, все круто было, все вот понятно. Одни берут раунд заслуженно, другие. А вы же не забывайте, ребят, что можно смотреть матчи не только дома, сидя в трусах. А можно выходить иногда и на улицу. И в каждом городе России, почти, наверное, в каждом, есть клубы Bad Boom. Их довольно много. Я думаю, вы же у нас не маленькие, вы же справитесь, найдете. Ну, в крупных сами. Городах вообще очень-очень много. Да, их очень много. Даже в Москве сколько видел их. И вы всегда можете зайти, посмотреть матч. Даже лучше пойти с друзьями. Я думаю, это весело. Особенно, если делать ставочки.
Ну, желательно одну команду, чтобы не поссорились прям в клубе. Да, всегда можете там перекусить. И не забывайте пасхалка, промокод КИБЕРББ. Когда придете в клуб, скажете охраннику на ушко. И получите фрибетик. Да. А у нас пистолетка уже, друзья, в самом разгаре. Никель поджимает мидл, находит артроста. Под хорошую флешку от Бумыча артрост просто там в стену уперся, сидел. Никель его довольно долго забирал, но все же справился и уходит с мида. Молодцы, поджали мид, сделали минус, заработали преимущество и просто ушли. Да, стоит ли брать ТБ? Мы же вам до матча намекали, что, мне кажется, ТБ пробивать в таких играх самый кайф. Очень медленно, как спирит. Как будто бы что-то не то. Почему с ножом? ПК. А бэкап что будет? Вот есть у меня такое ощущение, но ты видишь. Ну да, в сырке крестики. Наверное, это бэкап, да. Вопрос, ну да, здесь вылетает Артфрост. Могут замашнить Ван Вин, сказать, там же быстро очень первый минус нашли. Что был первый урон. А, так может он уже был, ну может он уже забил. А, да, может быть, да, тоже такой, потому что как-то странно там этот выход от Никельбека смотрелся. Да, все спокойно. Бэкапнули. Вот я смотрю, там Артфрост просто сидит ручкой, глаза закрыл от флешки и в стену смотрит. Ох, это что, времена ДДОСа возвращаются? Раньше, я помню, когда мы играли, вот это ставки, все только набирал обороты. Сколько же нас дедосили, там у каждого дома по два интернета. Один интернет должен был быть вообще секретным. То есть, словно с одного я сижу везде, там в тифспике захожу левый и так далее. А второй супер секретный должен быть, чтобы никто никак не узнал IP-шку. Ничего себе. Да, и это такая страховка была. Потому что в свое время был период, когда нон-стоп дедосили всех. Там матчи только так руинили люди. Ну, у меня до сих пор, на самом деле, дома два интернета, на всякий случай. Угу. А то частенько бывает, когда, знаешь, стримишь, смотришь какую-нибудь игру. Это да. Хотя вот в последнее время у меня... Ну ладно, не лучше ничего не буду говорить, сколько у меня интернетов. У меня опять интернетов. Серьезно? Да нет, один. Вдруг кто-то вот опять додосит. Ну, слава богу, проблем вроде не было. Так, ну пока нет у нас информации. Я так понимаю, что что-то не так у Spirit Academy в техническом плане. И надеюсь, что скоро они все пофиксят. Да, а вы, ребят, пока... Вот я чатик смотрю, можете поспрашивать что-то. Ну, на нормальный вопрос я отвечу. И можете показать активность за свою любимую команду. Давайте плюс чат за Spirit, минус за OneWin. Кто за кого болеет. Неважно, болеете ли вы ставкой, сердцем. Просто по фану. Так что подспамьте в чатик. Еще раз, плюсики Spirit, минус OneWin. Да, посмотрим. Хотя мы с ним как голосовалку делали, что ты вообще... У Spirit вроде тоже большая фанбаза. Вот я думал, что даже больше у Spirit фанбаза, честно говоря. Да, так они видосики фановые делают. Ну 76%, да, у нас? Даже Stone Island вот этот. Ну это с Донерской стал, конечно, все равно фаново. Это забавное видео, да, действительно. Да, за какую команду я играл? За Spirit'ов играл как раз. Spirit Академия. Я первый, кто расчехлил вот так. Так, ну что, поехали. Нормальная пистолетка, без вылетов, я надеюсь. Фулл фокус, и опять пушит мидл. Не бояться просто еще раз пикать мид. Так, а вот уже и первый минус. Трэвис погибает, отпустит ли Донка. Да, Донк выживает, еще из банана, как агрессивно. Донка забрали, Артфрост на размене, большинство заработали. Артфрост идеально, просто идеально принимают этот агрессивный пуш мида. Деку остается один против четверых, и это 8-8. Да, Денис Жуков вряд ли тут заберет этот пестик. Если бы на него пошли, я бы еще поверил, да. А так... А я смотрю, плюсиков не так уж и мало, ребят. А че же вы тогда в чате не голосовали перед игрой? Или, может, вы только подошли? Может быть такое. Вполне. Ну и Деко... Ну, может даже не идти. У него первый армор, дуал береты. Может, в принципе, попробовать и в next раунде так сыграть. Но хочет... Хочет почувствовать вкус крови. Найти пару минусов. Да, попытается тут чисто на авик может подфармить. Но это нормально. Если он там два минуса хотя бы даст, у него уже будет навик. Деко. 10 секунд. Надо уже. Ну да, он выживать не собирается здесь, а вот в фраге делать то, что нужно. Нашел одного и дальше даже не пошел на банан. Я думал, прям до конца на банан пойдет. Но уходит, выживает. И фраг нашел, и выжил. Арморчик, береты унес. 8-8! Да. Мне кажется, слушай, самый большой разрыв у нас был на счет 4-1. Три раунда — это вот самый крупный разрыв между командами.
все время близкий счет. Одни один взяли, другие другой. А и коэффициенты нам показывают. Два нас перед Академией, уже не три, уже два. 1.75 на один вин. И, друзья, напоминаю вам, не забывайте, баннер по трансляции в описании. Заходим на BetBoom, скачиваем приложение, регистрируемся, вводим промокод FREEDOM. И залутаем просто 100% бонус к первому депозиту. Так что скачивайте, выигрывайте, лутайте, наслаждайтесь. Да, тем временем ванвины делают форс у нас, как спириты тоже. Ну, это мета сейчас такая. Ну, да, не, это нормально. Ну, уже остаются 5-4, а никель погибает у нас на кафеле. Помнишь Чекай мету, банан? Когда два яка делали после проигрыша пистолет? Ну и все, тоже там форсили иногда. И потом в итоге 4-0 был сейчас. Это бывало и так. У дека XM-чик. И он соло на. Вот здесь непонятно, угадывает или не угадывает спирит. По точке А, конечно, один игрок, но это дека с XM. Но даже то, что тут застакали Б. Не думаю, что это поможет. Да, и спириты грамотно зайдут. Ну, хороший начал, кстати, таймер. Ну, это ластовый смог. Они могут теперь просто перезать его, и не в 30 секунд еще будет на заход. С головой хватает медленно зайти. Они так и делают, не разворачиваются. Посматривают спину, но не разворачиваются. Просто ждут, когда этот самый смог завершится. Но надо продлить смог на КТ, а есть... О, нету. Нет смока на КТ. Дали, ну, под флешку вышли, никого не нашли. Тут за тройкой есть игрок. Были уверены, что ванвин, что развернутся спириты после этого смока. Трэвиса заметили, Трэвис погибает. 9-8. Раунд закончен для ребят из ванвин. Они будут сейвить и... Это выход уже на 10-8. Да. Вот и впереди спириты уже. С разрывом в два раунда. А вот и звоночек для ванвин. Тревожный звоночек. Слушай, ну они взяли 8 в атаке. Атака сильная здесь и у одних, и у других. Мне кажется, что может и не хватить. Мне кажется, забегая немного вперед. Так. Что-то, ну, никель просто привык на капитане сидеть и делать много тоже такой работы. А теперь у них получается просто два таких игрока. И Бумыч, и никель. И если они пересадили его с капитана, то никель надо фокус на прицел снова делать, ну, то есть снова вбивать. Больше на индивидуалку, да? Да, то так может быть и бритва. Ну, слушай, пока Бумыч и никель примерно равны идут. 7-8. Да не, ну фраги — это все пыль, так сказать. Я имею в виду в целом по игре, по ролям, то, что они могут прийти к тому, а что бы нам не взять молодого, просто стреляющего какого-то зверя. В этом будет смысл, на самом-то деле. Да, что я говорю, у них два игрока плюс-минус на одной и той же позиции и роли. Но никель мой братишка, надеюсь, так не будет. Слушай, ну, ты ему напиши. Пора набирать индивидуальную форму, никель. Ну, я думаю, он сам все понимает. Этот парень не глупый. Все понимают, я думаю, да. Поэтому надо никелю сосредоточиться на своей форме и показывать хорошую игру. Ну, вообще, в Entropic-то никель как раз очень неплохо выглядел. Он там и настреливал хорошо. У них вот, конечно, с Эллином играли. Ну, вообще, тот состав Entropic, да, у них была синергия. Просто в один момент что-то просели. Зонтикс. Первым будет открываться. Здесь Бумыч, здесь Деко с XM. Ну, с XM, я думал, он будет за единицей стоять, честно говоря. Ох. Смачок. Да, напомню, после пистолетки был 3 кафика на спирит. Ну, не факт, что они что-то выиграют, ребят. Далеко не факт. Мы такие же качели видели вначале. Ванвин тоже повели. Так, Бумыч моментально падает. Осталось только Деко с XM вскрыть. Он там за смоком мутится. Деко, заметили его, забрал одного. И все. Но денежку заработал, я думаю, он доволен, 3900 у него больше всех остальных в команде, и в next раунде у него будет уже АВП. Я так думаю, Артфрост минус по Трэвису, 4 в 2, пошел дальше Артфрост давить своих энеми, надо бы сотфику подобрать ган, там, по-моему, у Зонтикс это что-то было получше, чем маг 10. Ну, я думаю, свапнет. Ну, в конце, сейчас есть шанс еще, по идее, подфармить, а вот уже после того, как со всеми справиться, надо менять. Форестер на КТМ будет распикивать, попытается Артфрост забрать, но Артфрост уже очень далеко, никельбэк. Опять попытки сделать экзит фраги, есть инфа по Форестеру, никельбэк падает, ну и Форестер здесь просто взорвется, вероятно. Сотвик успел, между прочим, сделать минус еще один, да, со своего мака. На опыте. Но он не поменял ган, он продолжит с маком. С другой стороны, в атаке это не так критично. Если у вас одна фармилка, просто выпускаете этого сотфика первым на инфу, может какой-то он там запрыгнет под флешки, сделает минус еще.
Да, я, ну, так скажу тебе, что Сотвик топ-фрагер в своей команде. Это вообще шок, честно говоря. Без негатива. Зачем же так? Без негатива. Но просто это не его первостепенная задача делать. Ну, видишь, какой жесткий капитан. И колет, и... Большой респект, но просто там есть Донг, Дарт, Фрост, Зонтикс. И когда понимаешь, что это молодые ребята, которые всегда супер много настреливают, а тут бац и... Ну, а когда и капитан еще включается. Это вообще шикарно. Да? Бумыч пока не включился. И экс-капитан пока не включился в Ван Вин. Экс-капитан. Экс-коммуникадо. Да. Ну, есть Фамас для Бумыча, три Сайленсера, АВП. Если Ван Вин отдадут этот, они выпустят Спирит уже на такой приятный счет, что-то типа 12-8. Угу. И будет непросто. По такой близкой равной игре даже 4 раунда отыграть может быть очень сложно. Когда каждый просто здесь раунда последней капли крови дерутся. Сотфик действительно побежал первый, под флешку, заметил клумбу, забрал одного, ну, собственно, как мы с тобой и говорили. Выпустили первым, сделал минус, молодец. Еще и Трэвис проваливается. Отличный выход. Да. Причем, интересно, выходили в предыдущем раунде, когда отдавали смок не дефолтный на КТ, а в сайт. Угу. И здесь, собственно, тоже смока на КТ не было. Сейчас такая мета, много кто закрывает плент, убивает хлопу и потом уже... Потому что всегда кто-то есть, да, на КТ, вот на бусте, клумбе. Да, да, они круто все делали. То есть они двоих в хлопе как разбрили на бусте под бустом. Не знаю, опасность для Ван Вин. Серьезно? Опасность. Но не забывайте, что вторая карта у нас Вертига. Не нюк, не оверпас от Спирит, а Вертига, на котором тоже может быть что угодно. Как будто Спирит на Вертига круто смотрелись. Да, а я не говорю, что плохо. Они вообще на все карты, которые они играют, они смотрятся хорошо. Но я удивлен был. Ну, мы с тобой это уже обсуждали. Да, напомню, что по ставкам Спирит были жесткие аутсайдеры. Да, там 2 и 4. Угу. А на эту карту был 3. После проигранной пистоли. А ты про это сказал прямо на трансляции. Так что, да. Если Спирит выиграют, будут там в чатике кусать локти, грызть ногти. Ну, ай, надо было Люка слушать. Да ты посмотри, сколько энтриков у Сотфа. Сотвин, да? Дмитрий Форостянко, молодец. Слушай, ну Сотфик хорош, действительно. Пока на первой карте он очень хорош. Помнишь, мы с тобой немножечко его так подтрунивали против Мауса NXT, когда его Nexus 6 раз подряд забирал. Здесь Сотф очень классно выглядит пока. Феноменон Сотфик. Те, кто помнит, помнит. Пауза. Вероятно, вот Ван Вин, вероятно, тактическая. Надо обсудить, что делать. Сейчас у ребят, по идее, должен быть 2 кабай, насколько я понимаю. Какие-то диглы, пистолеты с арморами, несколько гранат, что-то подобное. Да о, бай. Да. А, они же засейвили тригана, да, да. Что я... Да не, пацаны, тут могло быть все и наоборот. Говорю, матч 50 на 50, просто когда я вижу кафики, ну... Такие, что, говорю, матч вот 50 на 50 ровно, то всегда лучше залить на ту команду, которая... Как бы на букмекерах, как бы она аутсайдера. Это же, ну, логично. Если матч, ты понимаешь, с головой полностью 50 на 50. Тут вообще ничего не решено. Ван Вин мог спокойно закомбачить, ребят. Да, они засейвили ганы и как раз-таки за счет этого сумели закупиться хорошо. МПшку у Бумыча, у остальных МКи и Авик. И, собственно говоря, абсолютно такой рабочий бай. Спириты не раз с таким баем в защите раунды брали. Поэтому надо быть молодым осторожнее здесь. Да. А Сотвик вообще фраг-лидер на карте. Так тебе скажу. Даже дека входит. Вот так вот, ребят. Есть еще порох. Конечно. Сотвик еще не один состав вырастет, я думаю. Ну да. Но когда мы с ним разговаривали, он сказал, что... Я так понял по его словам, что он не супер рад играть. Он хотел все-таки тренером быть. Больше. Он, видишь, просто уже сдался, паренек. Хотя еще может. Слушай, ну, он ну, очень неплох. Ну да, ну у всех, видишь, свой интерес. Так, прошли уже за смок на 15, зонтик дает энтрик у нас по никелю. Ой, когда прорывает на инферно вот так, у тебя 15, заходит в КТ, в библик. Как же это неприятно дефаться. Да, но на банане укрепление хорошее у Ван Вин. И, по идее, первым номером надо играть как раз-таки Зонтиксу. Ну, смотри, Дека сейчас уже скоро начнет фаниться за спинку, потому что он понимает, что там могли пройти в КТ, а Зонтикс так и делает. Он уже медленно, наверное, идет. Да, вот видишь, Дека уже развернулся. Ох, бас на размене, но Дека должен минус находить. Да, теряют пачку. Дека.
Слушай. Надо ждать Зонтикса. Артфрост просто подождать Зонтикса. Деко все понимает. Да почему же не подождать в спине игрока Деко? Деко красавчик. Покрошил всех здесь. Но да. Что-то Спирит как будто, слушай, занервничали. Не знаю, не. Суетились. Смотри, ну все нормально было. Бумыч сам на них открывался. Окей, они разменяли Бумыча. А дальше зачем? Но АТК Вик сразу разменял уже. Он уже даже не успел уйти. Вот смотри, они будут меняться. Там в ребрах кто-то не отрезал. Сейчас скажу, кто оставался. Бас, что ли? А, вот. А там Сотвик остался в ребрах. Вообще, он мог найти враг. Должен был найти враг. Он в хорошей позиции был. И тут Дек еще все прочитал по таймингу. И все попал. Да, молодец. Денис Жуков. Это я вам про что и говорил, что матч еще не закончен. Я вот этого жду. Тут будет... Говорю, ТБшка спокойно пробивалась. Вот это самая сейф-ставка на такой матч. Просто ТБ, ноги на стол и смотришь с кайфом. Может, даже не смотреть. И бабки читаешь, да, потом. Нет, надо смотреть, конечно, с нами. Друзья, такой прекрасный матч. СНГ дерби. Женя Издуков. Женя Издуков. Там в чате написали? Не знаю, кстати. Надеюсь, Дека не обижается на такое. Ты было бы странно такое обижаться. Ну, слушай, на всякое люди обижаются. Ну, тогда нам все равно. Да не, ну, конечно же, мы по-доброму, но ты не думаешь, что кто-то такой обидится. Так, у нас опять тайм-аут. Есть подозрение, что от спиритов. То есть перед предыдущим раундом брали Ван Вин. Тайм-аут. Теперь, вероятно, спириты. Что там по деньгам нам скоро покажут. Но учитывая, что взяли три подряд... Четыре подряд спириты. Да, у них будет бай. Причем еще арт просто 6 тысяч остается у Донка, 4. У остальных уже не так много, но возможно, возможно. Даже в next раунде, если пачку поставят, тоже сумеют закупиться. Может, сейчас ее поставить? Да, сейчас врублю эту музычку. Ну что, бай на бай. Посмотрим. Ну, спириты даже если проиграют, у них все равно остаются деньги. А вот у One Win будут проблемы. Если One Win не берут этот, начинаются проблемки. Но надо будет им 2 кабай какой-то делать. Там у Дека, у Форестера есть, но у остальных все не очень хорошо. Взятым раундом они сбили пока лустрик. Не полностью, но Деко уже минус по сот. Фигу а вот есть. Мы хотели от Дениса Жукова увидеть игру. И он начинает, слушай, 20 на 10, вообще-то говоря. Статистика очень неплохая. Ну, фраки это все такое. Это пыль, говорю. А вот то, что импакт он вносит, да, вот прошлый раунд важнейший он взял. 11-8, если бы это One Win не брали, это да. 12-8, эко 13-8, да, и это уже пахнет, пахнет ГГ. Но Дека растащил, действительно, очень классно двигался на банане, крутился, попадал. Но спириты после этого взятого Дека как-то медленно играют. Надеюсь, они никак не поплыли, ничего такого страшного-то не произошло. Да не, смотри, они вообще укладывают на правильные атаки. Там один всего лишь Бумыч с фармилкой. И если спириты сейчас быстро зайдут, могут быть проблемы у One Win. Надо контролить спину, но... А там Арфуз как раз смотрит Савиком. У него такой оффэнгл. Бах. Справился, нет размена моментального. А куда, тоже. Куда так Навик-то, ребята? Отдых. Ну вы что, куда так Навик бежим? Пошли флешки. Тут не очень умно было со стороны One Win. Сначала один, потом второй. Да, я объясню, они круто поджали, но если бы они за ручку шли... Если бы они вдвоем выходили, конечно, было а бы... А так вышел один... Ну, ты понимаешь, что Авик есть релоуд уже давно. Ой, кривой смог на КТ. Это что такое? Бумыч слышит с МПшкой своих оппонентов. Бумыч никто не контролит. Ну, арт просто. А времени нет! Кончилось время! Спирит! Пачку. А я даже не увидел, что времени какой нет. Какой провал! И Форестер был в Чорче. Они, если бы зашли в Чорч, успели. Чорч. Вот, смотри, вот. Раз. Да, но конечно, ты... и Трэвис там через 3 секунды открывается. Ну да, может, Трэвис не думал, что Авик снова смотрит, но хотя там же на Б еще не зашли даже до конца. Ну как они не законтролили выход со смока, учитывая, что было 5 секунд? Вопрос. Ну да. На ровном месте отдали. Но Бумыч Спирит. Красава, вообще Бумыч на опыте сыграл. Растащил раунд, да. Просто как этого не ждали спириты? Вот смотри, ты понимаешь, у тебя вот там 5 секунд, ты ставишь бомбу. И вы на Б никого не убивали. Вы ну, раздали смоки, вы убили двух поджимавших с мида. Да, на да, точке да. Б не было фрага. И вы не контролите выход из смока. Да, ну это же все. Тебе забрать хелпу, забрать врыв 90, все. Ну все.
А они никто не смотрел 90-е, это очень странно, если честно. Не, Бумыч красава. Он как раз перед допустили ошибку. Бумычек сказал за это, да. Ну, реально, молодец. Ну соло, СМПшка выиграл раунд, что сказать. Да, так и есть, причем важный раунд. Сейчас Ван Вина бы отпускали опять, еще бы два отдавали спиритам. А так, раунд за два дня и для одних, и для других. И бай опять-таки есть, и с одной, и с другой стороны. Бумыч по-прежнему с МПшкой. Но мы видели, что и с МПшкой раунды берутся от Бумыча. Да, как-то ошиблись молодые. Видите, это нехватка опыта. Стрельба-то есть, а вот куда смотреть, не всегда понимают. Бумыч под флешку. Легкий минус по донку. Идеальный таймер подобрали. Ух ты! Ух ты! Сотфик! Отец! Это точно сотф? Это что за зверь? Это зверь! Ну это отец, реально. Трэвис на тройке. Будут ли третьего ждать? Но тройку должны проверять. Хорошая флешка! Да, матч очень крутой. Как под флешки действует Ван Вин? Никель тоже под флешку видит троих! Боже, еще и зацепили Никеля. 11-11 Ван Вин. Браво! Причем круто открылся Сотфик. Двоих забрал, преимущество матч заработал. Офигенный, реально. Если по-другому не сказать. Ну вот ты посмотри вот тут. Супер уверенные два хэдшота. Да, это... Ну там он на гранате подловил дека, но все равно, как он казнил. Бах. И как же под флешки играет Ван Вин. Вот смотрите, Ван Вин сначала Бумыч на банане сбрил под флеш. Потом еще... Флеш была для тройки. И потом еще флеш была на врыв кафеля. Красивая игра от Ван Вин. Очень красивый дека находит энтрик у нас. Ну там голые пистолеты. Ох, взорвали. Донка. И это 12-11, Ван Вин опять вперед врывается. Но ТБшка залетает очень просто здесь. Да, такая ребят, близкая игра, что... Вот вы не слушаете, вот даже те, кто лудики чисто, не болеете за команды. Я же вам всегда советую по ставочкам, вроде неплохо. Прислушивайтесь. Супер сейф ставка ТБшка была. Супер сейф, вот ты просто ноги на стол, все, не паришься. И 5-0 раунд, куча экономику у Ван Вин теперь. Ну и спиритам нужно выигрывать два подряд против девайсов, чтобы выбить экономику обороны. Там 5 калашей без авика на этот раз будут отыгрывать. Но стоит сказать, что раскида очень много. Фулл запас, утилити. Ну, практически фулл. Там опять орки добежали. Турик от буков. Тогда сценарий на столе лежит, ребят, я не знаю. А вам что, вы не видели? У меня в телеге там постоянно выкладывают сценарий на сегодня. Ну ладно, не парьтесь, те, кто знает, знают. Так, ну и что же, на Зак подспирит? Деко. Деко отпустят? Отпускают. Буквально разминулись в какие-то мгновения. Деко вовремя ушел, молодец. Очень, очень тайминково. И вполне может Деко здесь еще парочку минусов найти. Можно сделать фраг, сменить позицию. Да, бас уже вообще довольно близко на выходе. Если... Ой, какая хаешка ему залетает. Неприятно, неприятно. 20 хп. Ты посмотри, а спириты угадывают. Если они сейчас продают 20 плюс ковры, там всего лишь два игрока. Да не, там уже все перетянулись. Там уже все перетянулись от Ван Вин. Дека Форестер по фрагу находит. Ну и, собственно, раунд закончен для спирит. Какой промах от Дека? Не закончен. Подожди, зонтик с двоих. Кто там в рядочек? Зонтик, да что он творит? Но Трэвис! Вовремя пришел на плент, забрал троих. Ну, было опасно, да, как что-то промазал халяву. Такое бывает, ладно, все промахиваются. Слушай, ну это выход на 14-11. Неужели отпускают спирит Ван Вин настолько вперед? Хотя тут еще два каба и будут пистолеты. Всякое может быть. Да, ну что же. Вот так вот, я вам говорил, лучше ничего не кончено для Ван Вина 11-8. Но спириты отдали чуть свои раунды, как по мне. Ну вот тот с бомбой. Несколько, да. Но все равно не сказать, что... Ох, ох, Сотфинда! Что творят? Не, посмотри, как он бежит. Убегай быстрее, Никель, это зверь бежит. О, кстати, он попал, но не в голову. На зонтикс, да, на одном хп. Зонтикс попадает, забрал Никеля. Но тут похоронил, да, Бумыч двоих, Донг последний. Донг попадает, это один в один, и ган есть. И авик есть. Донг. Донг. Как же он читает? Остаться бы, просто остаться, Донг. Как же он читал? Ну, он не знает, с банана он идет или с ребер. Вот теперь, я думаю, понимаю, что он с 15 идет. Но тайминг уже не такой приятный. Да, если он будет уходить с ковров, Трэвис его, я думаю, просто подловит. Скорее всего. Да.
Тоже пошел в бойлер. Трэвис понимает, что мог уйти донг. И Трэвис сейчас может совершить ошибку, уйти на Б на самом-то деле. Такое может быть, у него же нет никакой инфы. Какой мой... Ай, молик. Ну, Трэвис коров пойдет, и как будто unexpected. Вообще, 100%. Хотя, может быть, вот кто-то посоветует. Донг все прочекал. Он должен теперь... Зачем? А за... Донг, есть шанс, донг попадает и берет! Они берут, два кабай! Нет, стой, а зачем он раскидывал гранаты? Вообще не читался он. Может быть, он подумал, раз прилетел молик, значит, где-то там была инфа? Не знаю. Но я согласен. Это просто... Не, он же не топал, ничего не делал. Это просто какая-то жесть. Донг берет раунд 1-2 против Бумыча и Трэвиса. Красавец растащил. Не без ошибок. Да, эти гранаты от Трэвиса. Есть вопросы к ним. Можно же было не палиться. Я не понял, а зачем он кидал гранат, реально? Нет, вот смотри, представь, с глаз. Я думаю, что была инфа, может быть, что дек красный, Бумыч по нему попадал. И он, может быть, хотел просто в песках взорвать. Такая самая сейвовая позиция в песках. Пытался угадать. Не знаю, может быть. Ну, как будто у него идеальный тайминг был, потому что Донг сам промедлил сильно. Все тайминги свои потерял Донг. А вот Трэвису, наоборот, идеальный тайминг был выйти с ковров. Но Донг, мне кажется, не ждал бы его с ковров. Не ждал. Если бы он просто не ждал, вышел. Не ждал. 20, может, бы ждал, но с ковров нет. И как раз могло быть. Не знаю, я бы... Ну, честно, я абстрагируюсь от того, ребят, ну, что я вижу всю карту. Я представляю, как я бы сыграл в раунде, если бы я вот так зашел в бойлер и слышу, как бомба ставится на 20, там летит молик. Я просто на шуте пошел в ковры и вышел бы. Ну, как будто меня не ждут такой тайминг. Я понимаю это, да. Ну, ладно. Ну, такое решение принял. Может, не самое худшее, да, хотел взорвать. Может, по инфе, что красный. Так, ну, смотрим. Ой-ой-ой, там молик, посмотри, какой залетел. Это от спиритов. Чуть, ну, мистно ли бывает. А тут у нас авик есть. Да, тут укрепление на Б, дека со... Так, дека с авиком. Находит сразу минус, подонку. Ну, вот после этого... Могут и вообще развернуться, по сути-то, почему нет? Оставить, да, зонтикса здесь, делать экзит-фраги. А самим полететь на... Ошибается там Бумыч. Зонтикс дал минус, и смог у него есть, он просто уйдет сейчас. Да, подловили Бумыча, наказан за наглость. Ну вообще, спириты красавцы, что с пистолетом взяли раунд. Стоит отметить сотфик, который дал энтрик, вот так выходит на широком в ребра. Подожди, тут 15 секунд. Выход на Б. 10 секунд, палится зонтикс. А что происходит, стой? Они идут просто на дека. Дека одного, дека видит второго. Сотвик не смотрит на него, чё? И время кончается. Чё? Перемудрили спирит. Просто перемудрили. Они сделали минус по Бумычу. Трэвис, кто там остался? Зонтикс, да? Забрал Бумыча. И они уже перетягивались на А, но после этого фрага они решили, что они пойдут на Б. То есть чё за флипсайды? Ну, тут такие раунды уже второй раз не берутся. Такие. Смотри. И Сотвик не смотрел даже на дек. Я думаю, Сотвик забил на него специально, ожидая второго в хелпе. Типа, что авик будет гаситься, а с хелпа игрок играть. Я иногда так тоже делаю в наглую. Но не прочитал. Здесь не угадал, точнее, даже. Ну, то, что они так вышли в такой тайминг, да, это, ребят, не здорово. Сами себя на таймер посадили. Ключевой раунд для спирит, может быть. Если они его отдают, то будет попахивать ГГшкой. Бас погибает сразу же, просто сгорел в молике Форестера, плюс спрей от Форестера. Но надо попробовать потащить, там у Никеля нет денег, у Бумыча тоже. Дека! Минус по сатфу. Вот заказывали игру от Дека, нате. Ну, Дека очень неплохо на самом деле. Да, вот на моей памяти он только один раз промазал легкий выстрел понту, а так в целом отыгрывает очень круто. Зонтикс. Особенно тот раунд на 11-8, считай, в соло взял. Ух, зонтикс. Его не ждали совсем с балкона. Да, ну тут Денис Жуков у нас на страже порядка в коврах. Зонтикс вообще не понимает, где могут быть противники, они могут быть везде. Вот в чем проблема. Там уже с бойлера будет сейчас дека пикать, Зонтикс умирает. А вот еще один промах от дека, который может стоить им игры. Зонтикс! Просто соло, минус 3 дает на точке А, как же он промутился. Сожрал просто троих, ошибка от дека. Причем у дека была инфа. Что же вы делаете, вон вин. А Бумыч что, читается ли? Ты посмотри, какой хитрый. Не читается, вообще не читается. Смотри, какой Зонтик хитрец. Весь сайт прошел. Посмотри, какой хитрец на Бумыче. Одного забрал. И второго забрал, Бумыч! Хайлайт на хайлайт просто. Пошла хаешка, 18 секунд, хаешка идеальная по Бумычу. Зонтикс 15 секунд.
15 секунд, он ждет Трэвиса, как он читает, опять 0, 8, 7, 6, зонтикс, просто нет времени. Ну ты посмотри, как Бумыч его терпит. Идеально Бумыч, просто идеально сыграно. Ну не зря капитан. Да, зонтикс переиграл всех по стрельбе, но раунд вытащить все равно не получилось. Я скажу так, Бумыч вот такие мумми. Уже взял два раунда. Тот раунд, помните, когда он не дал поставить бомбу, раунд заруинился для Спирит. Это опыт. Да, и сейчас, ну, зонтикс. Какие же хедшоты он давал, как же он старался. Ну, тут вот не прочекали тюрьму. Ну, и Донг как будто бы, если он просто сидел и ставил пачку. Да, как-то он встал, не понял сразу, походу, откуда Бумыч стреляет. Бумыч красава на опыте. Ну, молодые, видите? Тут вот реально видно опыт против молодости, знаешь, такой стрельбы жесткой. Ну, я бы сказал, по ощущениям, что Спири стреляют лучше. Ну да, просто вот, эти... на опыте, смотри, врыв на 5-й секунде от Бумыча, на опыте. Там же не зарешала стрельба, там зарешало то, что он ворвал, а Спирит не смотрит. Сейчас тоже не зарешала стрельба, а зарешало то, что Бумыч так грамотно занял позицию, его молодые не чекнули, не дочекали тюрьму. Да. Так, есть размен на банане, уже второй фраг от Донка. Трэвис! Отличная работа от Трэвиса! И трипл килл от Трэвиса очередной, который, кажется, приносит победу на своем пике в анвин, потому что Баз остается один против троих. Ну, Баз, кстати, не впечатлил. И Артфрост. Ну, Артфрост вроде бы попадал, но вот Баз как-то совсем. Его не было как будто на карте. Баз. Ну, не прям не был на карте. Он все-таки свои какие-то минуса давал. Ну, 10 на 17. Да, а что, за КТ ходили... 16-12, поздравляем, Ван Ви.